Без повода, ни разу. Модно. Так как это, как Майли Сайрус песню ставлю, давай, все. Всем привет, и перед началом этого влога я хочу ответить на самый часто задаваемый вопрос. Это где покупаю свои каниколоны? Да, кто еще не знает, что такое каниколоны? Это искусственные волосы, которые вплетаются в косички. В моем случае, в боксерские косички. Эти каниколоны я заказывала на Алиэкспресс. Но всегда перед тем, как заказать что-либо на Алиэкспресс, не только каниколоны, а что-то еще помимо каниколонов, то я всегда пользуюсь кэшбэк-сервисом SmartySale, что и вам советую, так как там минимальные суммы для вывода. Также там есть расширение для браузеров, что очень хорошо, потому что иногда, когда ты собираешь что-то купить, ты можешь забыть про то, что можно сэкономить денежку. И если ты включишь расширение для браузера, то оп, он скажет тебе: «Эй, чувак, ты чё, не экономишь там на покупках, а на покупках надо экономить, да, деньги-то у вас не на деревьях растут все-таки». Так что, ну, вы поняли, к чему я клоню. Ссылочка на него будет там же, где и всегда, то есть в описании. Ну что ж, а теперь можно перейти, собственно, к самому блогу. Поехали. Здравствуйте. Сегодня у нас насыщенный день опять. И у нас будет крутой влог. Мы будем жарить шашлычки. Вот они, кстати, стоят. Покажи рекламу. Да. Сегодня мы поедем на шашлыки, но перед тем, как поедем на шашлыки, Ксения у нас сдает экзамен, так как она ее еще не сдавала. А я-то сдала все. Я на сплав ездила, поэтому мне было некогда сдавать экзамен. Да, уши сгорели. Да, уши сгорели. Сегодня с нами будет Тёмка. Тёмку никто не знает, но сегодня вы его знаете. Да, конечно, выставила такая фотку, никто не знает его. Кто это? Брат. Ладно. Троюродный, нет, четвероюродный. Короче, сейчас мы переместим себя медленно на экзамен. Одним через школу. А как называется помоделировать? Да, я вообще не знаю, потому что я сдаю. Честно. Даже не готовилась. Мы просто слишком умные, чтобы готовиться. Зачем нам, да? Я просто прочитала. Знаешь что? Тест, который нам дадут. Значит, экзамен Ксения не писала? Сколько тебе занять? Мне повезло. Потому что ничего не получилось у нас. 200 рублей. Преподаватель не пришла, но это не важно. Артемий. Познакомься, Артемий. Нет, Артемий, вместе. Будущий влог. Тёмка, мы сошли. Сейчас мы ждем 77-й автобус. Мы куда, кстати, едем, я так и не поняла. Я тоже не поняла. Мы едем на молодежку. Поехали. Бабки есть? Я... Женщина, Еля, поближе. Еля. Даша. Женщина, ты что балуешь? Мы оделись по-деревенски. Да, я особенно. Мой сегодняшний лук. Вот. Скоро мы подъедем и будем готовить шоколадные шашлычки. Слушай, где так? Итак, мы летим. Короче, срать мне на фокус. Итак, где мы? Не знаем. Как мы? Тоже не знаем. Зато есть шашлыки. Свининка, значит, настоящая, с жиром, который еле не любит, но и сыр. Вот они, самцы наши. Кулечники, нахуй. Идем. Тёмка, помахай. Артемий с Ксенией моют огурцы. О, кстати, бутылочка специально для нас. Смотрите, это что такое? Это скворечник? Это умывальник. А, тут можно жить типа, да? Все. Все для нас. Мы, значит, пришли на место, где будем жарить шашлычки. Максим старается. Да. Сегодня будет прекрасный день. Наверное. Но он уже прекрасный. Сейчас мы в лесу собираем клещей. Все как положено. Красота. Я, кстати, сегодня не показала свой лук. Вот, короче, у меня такое платьишко. И кеды. С носками, с этим, яйцом. Все нормально. Каниколонов плела. Мусор? Вот кулек. Она у меня такая. Которая плохая. Еля, мусор. Семья. Смотри, ладно? Че? Мусор сюда. Че, плохая она? Ксюша, правда, здесь фоткаться надо. Знаешь, как красиво? Ну? Вообще. Красава. Встань красиво, Ксюша. Есть, Ксюша, на тебя. Модно, встань, Ксюша. Сказала тебе. Давай. Что, подожди, фокус, фокус. Сейчас? Давай.
Я химия, понимаешь? Бухлишка, значит, у нас тут. Без повода, ни разу. Сегодня же мы отмечаем истока на канале. Спасибо. Золотцы мои. Поэтому я позволю себе выпить немножко. На чем сидеть? Мы... Мужчины стараются. Да, Тим? Сейчас мы с Ксюшечкой идем фоткаться, потому что без фоточек сюда нельзя уйти. Да, Ксенечка? Да. Смотри, как красиво. Шалашки. Особенно вон там. Красота. А где, как это место называется? Не знаю. Так что вы сюда не сможете попасть. Ксюша работает уже во всем. Гель, одинокая птица. Ксюша, помахай. Здравствуйте. Freak of nature. 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 Как ты вообще вставала? Вот так вот и вставала. Угу, модно. Так как это? Как Майли Сайрус песню ставлю? Давай, Ксю. Тёма старается прям. Тёма, зайка. Как дует. Тёма! Ксюша разделывает Ксюша животное. Я даже мангал-то не... Ксю, покажи свое лицо. Покажи. Пожалуйста. Пожалуйста. Надо... Да. Я хотела идти в мед, чтобы, работать по талаганате. Но. Так что мечта сбылась. Практически. Так. По-моему, она сбылась на все 100. Ну что, Ксюша? Насаживается? Да. Вот когда ты бухой, насаживаться очень хорошо. Мне кажется, все после этого видео от меня подписываются. Тём, ты что такой опасный? Страшно с тобой находиться рядом. Тёма! Капец, жир легкий. Когда жир легкий. Вот Геля, меня боюсь этого кинжала, пожалуйста, поаккуратнее. Это в часах тогда, это... Ты вообще стрёмный кусок не сделал вообще его. Чтоб не потекло. Там вот носа, нахера ты его сделала? Тёмка. Оцени её. Только полезно. Ну пофиг мне, Тёмка. Я вообще на прямом эфире ела и ничего. Ты такой зайка. Не фиксировать негативные факторы. Мы остались одни, но уже не одни. Мы сейчас 30 минут сидели одни, потому что... Ксюша, Геля и Максим ушли магазин. За напитками. Магазин. Вот, магазин. Это они? Слышно, как Ксюша орёт, да. Козы пошли, козы. Пастуха. Кусок. Красота. Давайте танцевать. Тёма танцует, ты что с это? Самый трезвый. Там же факи показывают. Давай, вставай. Я упаду просто. Как вот такое вообще танцевать? Потом Тёмка повысит во влоге, офигеет. Тёма. Тёма. Мась. Нет. Хорошо, да. Что у меня никого нет. В данном случае мы уедем домой. Хотя бы. Тёма! Знаешь что? Почему мы трезвые, а они нет? Значит, день отличный. Все прошло на ура. Тёма, отличный день сегодня, да? Мы идем домой. Мы сейчас отдохнули и едем домой, да, Тём? Скажи. Скажи да. Ты будешь блогером? Стесняется, как всегда. Ну ничего, скоро выйдет новое видео, то есть этот влог. И до новых встреч. Пока. Ставьте лайки. И подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны.